Всем привет! Меня зовут Валерий Литвинков. Сегодня я хочу представить вам нашего соинвестора агентства инвестиций в недвижимость Севастьянова Ивана Олеговича. Он сейчас немножечко подробно расскажет о себе, чем занимается, какую функцию выполняет. Вот, пожалуйста, Иван Олегович. Добрый день всем, меня зовут Иван Севастьянов. Я являюсь председателем СНТ. Одно время занимался проектами, связанными с коммерческой недвижимостью, покупка, продажа офисов в Москве, сдача в аренду, деление больших офисов на маленькие офисы. Реализовали мы 3 проекта по доходным домам. Один дом мы брали готовый, 2 дома мы строили сами. Реализовывали проекты, связанные со строительством домов и последующей их перепродажей. Реализовывали проекты, связанные с делением больших квартир на маленькие студии для сдачи аренду. Ну, собственно говоря, последние лет, наверное, 10 занимаюсь проектами, связанными с недвижимостью, инвестированием в недвижимость, привлечением заемных средств под это, привлечением инвесторских денег под инвестиции в недвижимость. В рамках нашей компании занимаюсь общением с инвесторами, заключением договоров, просчетом финансовых моделей, переговорами с теми, кто хочет инвестировать деньги в недвижимость под нормальные проценты. Что еще сказать? Да, вроде все хорошо рассказал. Вот. Так, по планам у нас совместно с Иваном привлечение инвестиций со стороны. Инвестировать в проекты мы сейчас планируем с муниципальных торгов, да, основной это выкуп недвижимости, как коммерческой, так, ну, соответственно, жилой обычных квартир. Вот, доходность мы с Иваном просчитывали для инвестора, которые к нам придут, от 20 до 50% годовых, опять же, в зависимости от ситуации. Сейчас у нас есть проекты по нежилой недвижимости. Я расскажу, в чем суть. Мы приобретаем, в основном это идут муниципальные торги, или мы выкупаем помещения, да, по договоренности с какими-то коммерческими организациями. Сажаем на них арендатора, да, то есть мы готовим полностью пакет. В чем плюс? Давай тут, наверное, с этого будем отталкиваться. Во-первых, покупаем дешевле рынка, покупаем сразу на инвестора или на двух инвесторов, ну, в зависимости от количества денег и стоимости, кто хочет зайти в этот проект. Доводим до ума при помощи ремонта, полного оформления бумаг, свет, интернет, ну, вообще делаем все полностью под ключ, сажаем туда арендатора, вот, и после этого уже передаем нашим инвесторам, они дальше занимаются, получают прибыль, в общем-то, все их занятие, которое остается. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, если вы хотите зарабатывать не 7% годовых от вложений в банк, которые потом лопаются, как показывает практика, вот если вы хотите зарабатывать 15-20% годовых и больше на надежном активе, которым является недвижимость, то вступайте в наши ряды, будем брать объекты, сдавать в аренду, продавать, перепродавать, зарабатывать совместно деньги и, соответственно, обеспечивать себе пенсию. Скоро у нас будут кейсы, все кейсы подтверждены будут документально, да, момент покупки, продажи, что готово, можно будет как посмотреть вживую, так мы можем продублировать на электронную почту, да, как происходило, по крайней мере, все выписки из ЕГРН, перехода вправо, да, ну и, соответственно, можно будет съездить, посмотреть непосредственно сам объект, который готов к использованию и который натурально работает. Вот, ну давайте, наверное, я расскажу, какие основные гарантии в нашем виде бизнеса есть, да. Первое, все, кто вкладывается в объект, объект приобретается непосредственно на этих людей. То есть гарантией является наделение вас собственностью какого-либо объекта. Объекты мы всегда берем ниже рынка, то есть рыночная стоимость как минимум будет от 10 до 30% ниже рыночной, что дает, в общем-то, плюс при всяких инфляциях и чем-то еще, при последующей продаже вы все равно всегда останетесь плюс. Вот это вот самая основная гарантия. Вы являетесь собственником
и вы купили ниже рынка. Вот это основная гарантия. Все проблемы с обременениями, связанные с оформлением и всем остальным, занимается наша команда юристов. У нас также в нашу команду входят коллеги адвокатов «Стратегия». Но у нас существует отдел непосредственно риэлторских услуг, это покупка-продажи квартир. Также у нас существует отдел, к нам входит, это по поводу ремонта квартир, ну и даже возможного строительства дома. Ребята с нами сотрудничают, сотрудничаем давно, плотно, поэтому за качество они всегда отвечают и делают скоро и быстро. Как Иван до этого говорил, и доходные дома они нам строили, и, соответственно, все ремонты, которые связаны с освежением квартиры для последующей продажи, тоже делают они. Поэтому вот это у нас тоже существует, тоже есть. Давайте зарабатывать бабки. Вот. Совместно. Давай, наверное, все вместе. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте, на все комментарии мы с Иваном обязательно ответим. Обязательно. И аргументируем.